Частину рішень нового парламенту депутати від більшості ухвалили незаконно, порушивши регламент. Так вважають у партії «Опозиційна платформа за життя». Це стосується і кадрових призначень, і закону про недоторканність депутатів. Про це наголошує співголова поліцили Юрій Бойко. Про це і не тільки він розповів нам в інтерв'ю. Это абсолютно несправедливо, потому что первый пример должен показать президент страны, судьи, ну, естественно, народные депутаты. И мы в первом чтении в прошлом созыве поддержали этот законопроект с пониманием того, что там будет внесен и снятие неприкосновенности с президента страны, чтобы показать пример. Этого не произошло, и это очень плохо. Анонсируются очень большие изменения, но на деле мы посмотрим по конкретным шагам. И первые же конкретные шаги законопроекта будут показательны, куда идет страна. Для нас принципиально, и мы вчера это потребовали, чтобы это был путь к миру, раз. И второе, уход от тарифного геноцида. Вот по этим двум таким лакмусовым бумагам мы увидим, каким образом настроено так называемое монобольшинство на развитие нашего общества. Ну, вообще ночное бдение, вот это, оно вызывает большие вопросы, потому что ночью, когда принимаются законопроекты о развитии страны, это всегда путь к ошибкам, к неправильностям, которые будут на этом пути. И этого надо всячески избегать. То, что происходило вчера, это абсолютно неправильная организация работы. Можно списать на неопытность, но когда принимаются такие важные решения, надо их планировать. И во всяком случае принимать осмысленно, а не так, как вчера, гамузом, ночью в попыхах. Мы сейчас анализируем все нарушения. В частности, нарушены наши права как оппозиционной фракции при формировании руководящих составов комитета. И мы обязательно подадим в суд на это решение. Потому что не может так быть, вторая по величине фракция в парламенте довольствоваться одним комитетом, без участия в президиуме, что было всегда. Секретарей и заступников дали, но учитывая то, что большинство в комитетах принадлежит фракции «Слуга народу», то это значит, что наши коллеги не смогут полноценно отставить интересы избирателей. Нам ведь не должности нужны. Мы в прошлом созыве вообще не имели ни одной руководящей должности. Нас лишили этих должностей на тот момент правящая коалиция, которая составляла Народный фронт, там, Блок Петра Порошенко, Батьковщина, радикалы, Самопомощь. Так вот, они нас лишили всех комитетов, и мы работали в глухой оппозиции, мы боролись за своего избирателя, а теперь посмотрите, что произошло. Через 5 лет подавляющее большинство тех, кто нас лишил этих прав, находятся на свалке истории. А мы стали крепче, нас стало больше в парламенте, поэтому нас впереди ждут суды. Сейчас мы анализируем ситуацию, но мы так это не оставим. Это было какое-то неудачное шоу, потому что премьер-министра, в том числе и его фракция, которая поддержала, по-моему, увидели первый раз в зале. Его биографию принесли за несколько минут до голосования, а на обсуждение его кандидатуры отвели по 1 минуте. То есть на самом деле это крайне неприятно и нарушающее все регламенты действия. И то, что он сказал, он выступал обширными какими-то посылами, но приоритеты были явно смещены в сторону МВФ, вот этого сотрудничества, так называемого, поиска новых кредитов, а не слова о мире, о том, чтобы правительство восстановило экономические отношения с неконтролируемыми территориями, позаботилось о завершении войны, что является ключевой проблемой в стране для привлечения и внешних, и внутренних инвестиций, об этом не было сказано. Поэтому мы не поддержали кандидатуру премьер-министра, мы не голосовали за правительство, потому что точно так же всех министров привели в зал буквально за несколько минут до голосования, и их видели первый раз там, в том числе те, кто за них голосовал. Вообще шли кулуарные переговоры, насколько я понимаю, которые завершились буквально перед самими назначениями. Чем, собственно, и было вызвано это чехарда с внесением биографии членов, будущих членов Кабмина за несколько минут до голосования. Ни один из них практически не сказал, чем он будет заниматься и какие для него приоритеты в министерстве. Поэтому это был нарушен регламент, когда представители правительства, члены правительства должны выступить на фракциях,
ознакомить с программами, для того, чтобы фракция потом приняла решение, поддерживать его или нет. Люди абсолютно новые, судя по биографиям, далеки от реальных секторов, которые мы поручены. Но конкретно судить о их деятельности можно будет по первым же шагам, которые они сделали. И мы обязательно будем отслеживать. С нами не обсуждался вопрос новой кандидатуры генерального прокурора. Мы визуально его знаем. Надеемся, что он будет дистанцироваться от каких-то политических влияний и соблюдать законность. Поэтому его оценку тоже мы сможем дать уже по истечении определенного срока времени, когда он проявит себя. Мы зарегистрировали 25 законопроектов, которые для нас, по нашему мнению, важны для людей. Начиная от законопроектов развития Минских соглашений, которые ведут к миру, к политическому регулированию, и заканчивая законопроектами социальной поддержки людей. Убрать тарифный геноцид, снижение стоимости газа, исходя из украинского газа и прямых контрактов с Российской Федерацией, о чем мы договорились с Российской Федерацией. И вот эти законопроекты, они уже внесены в парламент. А первое, мы ставим постановление, оно должно быть зарегистрировано уже, о выполнении кабинетом министром и парламентом Минских соглашений. И там идут законы, которые парламент обязан принять. Вот это для нас принципиально, и это мы будем отстаивать.